Дима, спешу, еду в Лос-Кристианос, забыл кое-что дома, и Владимир успевает. Успевает, смотрите, автобус должен прийти вот оттуда. Но его еще, слава богу, нет. Времени дофига. Такие подойдут, посмотрите. Да, да. Секретный ингредиент. Все, пока. Вот тебе, ну, поцелуй на прощание. Как? Блогеры целуют. Слушай, а ты вот уезжал и не целовал? Ну, давай, давай. Так, дорогие мои, фигачу прямо по дороге, чтобы успеть на автобус. Итак, мои дорогие, мы висит экстрима по поводу автобуса. Не знаю, может он будет какой-то доступный. Ну, короче. Вот это нам подходит. Крутяк, не ожидал. Классика сейчас. Подъемная херня. Да, Сань, так я еще ехать буду, бля, по сейчас, поэтому все нормально. Слушай, ну мне даже еще умнее, я смеюсь, что тетка не может отпустить. Да. Согласен. Потому что мне сегодня чувак из Беларуси один коляшечек написал, скидывал скидосов, как канал расширять, как что. Бля, чувак, как это ты любишь? Я такой, не, он у меня спросил, знаешь, а как белорусскую карточку подключать? Я говорю, белорусскую, блядь, ты можешь уже в жопу себе засунуть карточку, блядь. Даже не думай. Ну, короче, поговорим. Окей. Давай. Mucho gracias, señora. Ну вот, я и приехал в солнечный Лос-Кристианос. Это, знаете, как, типа, за полчаса приехать на юг. Вот такая вот тема, типа. Ну, лезер, приезжаешь, и все, и прекрасно. Но зато жить у нас прикольно. Чуть все какие ноги негритянские. Так, первое, банкомат. Знаю, банкомат с наименьшей комиссией 3 евро. А основные по 6. Сейчас скажу, какой это банк. Это не Кайха банк, это какой-то другой. Поеду сейчас к ним, подойду. Сиета. Видите, он просит сколько? 3,90. Ну не 5 же. Евро давай. Консиня. Вот для колясочника не придумали банка. Не придумали. Эту штуку она отсвечивает. Карточку забрали. Вот это жестко. Так, дорогие мои друзья, мы приехали в коворкинг к этому бандиту. И сейчас я его буду делать инклюзивным, потому что необходима инклюзия здесь. Это местный коворкинг, где работают все программисты. Вот Afterwork пьют пиво. Короче, я сейчас буду спускаться вниз. Yeah, I need a little help. Yes, okay. My friend. Could you take here? Yeah, yeah. And my friend hand. Ah, okay. Одной рукой, Саня, бери. One hand here. Опа. It's okay? It's okay. Yeah, yeah, on the back. Yeah. Because you need more. Oh, thank you. Thank you very much. Юреш, а где мы сядем? Да здесь подъем. Где мы сядем? Где? Нет, здесь работают люди, здесь работают, вот здесь давай, вот здесь типа кухня, здесь, короче, здесь теперь не будет. Осторожно, слон, слон. Тут еще караул, Даша, целый караул, 500 квадратов. Ну и что, зато он недоступный, для меня он ничего не значит, ноль. Так, ты что? Друзья,
пока что выдалась свободная минутка, вот я решил поделиться с вами, знаете, чем? Мне кажется, что наконец-то я начал на острове нащупывать что-то такое, что позволит мне стать еще мощнее. Сейчас мы приехали забирать вещи с нашей дачи. Вот здесь наша дача. Вон там наш домик. Здесь все эти ребята живут. Это Лос Кристианос. Там посуда старого Бутани. Минуточку, что я хочу сказать. К тому, что буквально сегодня мы уже, ну вот представьте, как меняется мое там какое-то мировосприятие, да, если буквально сегодня мы встречаемся с ребятами, программерами, ребятами, которые делают большие обучающие курсы в каком-то коворкинге на Тенерифе, обсуждаем новый курс, как его сделать, как из него что-то создать, как его распиарить, как сделать свой коворкинг, как там сделать кофейню. Я думаю, камон, ты еще пару дней назад, блядь, не знал, как переночевать, чтобы ветер в глаза не попадал. А сегодня так? Это поистине какая-то такая вот магическая штука. Вот. Брат звонил, пропустил звонок. Ну, не знаю, время инфлюенса такого. И я вам скажу, наблюдайте за блогом. Не зря я все-таки начал вести этот дневник. Не зря себя к этому всему приучал, потому что дальше будет еще интереснее. Как? Смогу ли я стать этим программистом, например, разработчиком, да, или чуваком, который делает что-то такое большое, громадное, вот так вот с нуля? Получится ли? Классический ирландский паб. Мы приехали сюда, потому что здесь типа крутое пиво. Хотя реклама Дорады, ошибочка. Будем пить Гиннес. Приехали сюда, потому что, блять, крутое пиво, да. Разговора по душам. Сегодня продолжим нашу беседу по поводу каких-то активностей, каких-то крутых ивентов и продвижения по острову. Из новостей? Okay. Yeah, okay, thank you. По поводу того, что здесь происходит. Mucho gracias. По поводу того, что здесь происходит и чем я начинаю заниматься, я хочу сказать то, что... Подписывайся на наш канал, подписывайся на наш инстаграм и погнали смотреть. Тут у нас начались какие-то уже настоящие бытовые какие-то проблемы, понимаете? Сидим вот это все там, смотрим, все изучаем, все пытаемся что-то нащупать, оно пока не нащупывается, и вообще весь интерес пропадает. Владимировна, видите, вся в этом, в делах. Ну, не знаю, ко всему. Я не вижу вот пока выхода, как нормально зарабатывать, и меня это парит. Вот ты видишь? Вот и все. И когда ты такого не видишь, ты начинаешь вообще всякой повседневной какой-то фигней заниматься. И, блин, это как какая-то тревожность постоянная в этом самом в голове летает. Я не знаю, что еще сказать. Вот у меня реально такая тревожность, и никуда не хочется делать, потому что ты не понимаешь, что какое КПД от чего. И ты такой, типа, ну, похуй. Если будешь поблизости что-то делать.
Красная кофточка. Кстати, ребята, стримовая, вот с этого дивана я и буду стримить. Стримовая коллегиальная жизнь начинается очень скоро. Над диваном вот нам и нужно повесить флажок. Отсюда у нас и будет стрим-контент идти. Это будет весело. Это будет весело. Сейчас мы идем прогуляться, а дальше продолжение рабочих моментов. Видите, какие у нас проблемы? Одеть, когда что-то в холодно начались. Что оденешь, чтобы на ласточке? Решила, что оденешь? Я вот пару кадров вставлю специально с палатки. Когда таких проблем у нас не было. Меня напрягает сейчас непонятки с климатом outside, с погодой, потому что дует ветер очень сильный, вот отсюда очень холодный. А выйди на балкон. Ну, когда мы... Я не хочу сюда выходить. Но когда мы выйдем на улицу, солнце будет припекать. И это как бы, ну, вопрос. Это ж непонятно. Ой, не угодишь, да? Не угодить. Мне сопли эти надоели. Где ключ? Окей. Маску закрой. Hola. We will take a key on you. Yesterday we take this key. It's about this. Yeah. Okay. Thank you. Ребята, голубой Land Rover с лебедкой. Голубой, как вообще такое может быть? Вообще просто кусок железа. Ну, по погоде очень beautiful, но ветрено. Но зато здесь ситуация, в которой нету машин. Вот так. Тихо, спокойно. Смотри, Владимир, давай я тебя сфотографирую. Ну ты должна сесть на эту лавочку. Ну пожалуйста, ну будет красивая фотография. Бля, ну очень же красиво. Городок, в котором живет не более 3000 тут живет. 3000-3000 жителей. А здесь довольно ветрено. Это раз. Сирсин валиды колясочники, пожалуйста. Присутствие машины есть, но оно настолько минимально, что я в принципе могу ездить. Просто по дороге на коляске. Просто по главной и пользоваться соответственно знаками. Здесь всегда солнечно, температура примерно 22-25. Есть очень хорошие рыбные рестораны.
спокойно. И самое главное, что здесь хороший интернет. Кофейн, где варят классный кофе. Да? Кто-то так сказал. Я слышала. Ну, не знаю. Нет. Мальчик, вообще-то. Почему это называется? Находится тоже недалеко от нашего дома, метров сколько, 200. А здесь я бы хотел очень вернуть. Ладно, пошли дальше посмотрим, что происходит.